замену жаркому вторнику к нам придет прохладная и ветреная среда. 20 июня в Сарове переменная облачность. Утром возможны осадки плюс 19. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла. Ночью плюс 13. Ветер северо-западный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями. Утром синоптики обещают небольшой дождь плюс 18. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 22. Ночью плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В столице малооблачно. Утром плюс 17. Днем до 23 градусов тепла. Ночью плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.